Как Я же ебал эту похуй на хуйню все. PvP, если честно. Тоже похуй. Сидишь, просто играешь, блядь. Хуёво, конечно, когда люди болеют, чихают, кашляют. Сам недавно болел. Надо ГП для всех болеющих, да? Да какое ГП, блядь? Болеешь, хуяк. Сука. Не болеть, ебать. Ебать, ты придумал, конечно. Ну, нахуй. Решил отдохнуть, хуяк, минус 50%, ебать, ебать. Просто в ноль срезал все нахуй. Ну или в ноль, блин, да. Чтоб другим неповадно было. Прикольно, ты придумал, будем конечно. Пробовать? Конечно, будем пробовать. Конечно, будем пробовать. Сколько? Чего не забыл пробовать? Это посинение. Слав, сколько времени есть? Че, покурить или что? Ну типа. Ну 2-3 минутки покури. Поссать. Поссать 30 секунд, нахуй. Ну, я могу сделать. Можешь взять там все. Синтек, ты здесь же, да? Ну, у меня все есть. Ну, типа, возьми ЛКшный и... Да, тот самый голландский штурвал. Вот. Возьми ЛК и БК, и я сейчас сделаю просто. Песа, топа, Зеванди, Севилаша. Не принимают нихуя саму. Чуваки. Почему? Мулифицист. Мне, наверное, не пришло почему-то. Бля, я заебался, я стою один тыкаю, вы просто стали вокруг шкафа и стоите, блядь, как какие-то нахуй индейцы, блядь, вокруг костра, блядь. Хоть бы тыкали, сумели, блядь. Утро дай. Меня еще уменьшили, блядь, я так маленький, нахуй. Все, давай, пока, синтек, я побежал. Ебать, я мелкий, нахуй. Заскабили на камне. Бля, схуяли у совы рога, блядь. Можно узнать? Так это ж типа не сова. Кто такой? Это совух. Ему рога наставили. Да, совух. Совух, блядь. Так, что там, никого онлайн больше нету, что ли? Высоко. Да, можно все эти сердули я себе вставлю? У медведя рога. Что, медведух, блядь? Ну там медведь, это дикий медведь, вы что-то, блядь, в смысле. Это ордынский просто, видишь? Кто видел рога у медведя в жизни? Объясните мне, пожалуйста. Чё, ладно, начнем с того, кто видел медведя, причем с этого. Я видел. Кто видел, чтобы медведь рейд танчил вообще? Их же не, красиво, пиздец. Не вот этого на полу, блядь, а вживую. И не в новосибирском зоопарке, вот. Так, давай. Давай вот так. В дикой природе, блядь, да? Куча водных нахуярил, да? Ну, смотри, я видел, не в новосибирском зоопарке. Бля, один раз был в зоопарке, в новосибирском как раз. Стою, смотрю, два медведя, белые, красивые, заебись. Как самка начнет срать, блядь, воду? Как я охуел? Ну, так это ж самка, блядь. Так там жидко, блядь, так, фу, ёпта. Лол, блядь. Там пиздец, реально. Чё, ну, чуть ли не на голову ребенку своему. Он там плавает, ебать, радость. Ну, тогда так есть. Она давит, блядь. Сука, история от хистории, нахуй. Точнее, от бонуска. Сейчас хистории, блядь, вообще не хватает. Да он заебал, он что-то, блядь, до дома добирается долго. Ну, в общем, целый день здесь сидел, играл, блядь. Сейчас спросим, в подъезд зашел. Лёха, кидай ружку. Ну ничего себе. Опять друг на друга стопой будет, наверное, пулю он тебе звонит, когда домой приходит?
Ну, я ПСС умолился. Давайте в 24 потравим, пока история там в подъезд зашел, блядь. Это, ну как и вчера, Холидринг берет на себя левую сторону, где два фанатика выходят. Там чисто три моба. Так, а слева мы с Хисторией, ой, блядь, с Эвилашей. Также с лестницей твой, а мой вот этот фанатик, который со звезды выходит, и приверженец, крайний ближний к боссу. Так, а теперь надо вас разделить. Ай, сука, по пати что ли раскидать, чтобы было нормально? Давай по пати раскидаем. Лидринг слева. Так, нужно, короче, чтобы Рога и там был. Как вчера делать не будем? Сейчас надо попробовать разделить людей. Так, один ретрик. Шаман. Так, два фанатика. Так, Магнес. И ты поответственнее. Так, вот ты сюда, с этой стороны. А Киса, значит, ты тут, Диси? Да. Ты будешь с левой стороны бить, где пал танчит. Там два фанатика. С кружка, после того, как приверженца центрального зерганете, с кружка диспель секунд через 15 появляется этот развеиванием. Хуйню с него это, блять, скажите мне, вампирскую вот эту хуйню, которую он хилится, когда удар наносит. Песа, ты тут? Да, тут. Ты то же самое с фанатика, который с ромбика выходит. Там секунд через 15, когда приверженца ебанешь, переключайся на моба, который с ромбика вышел, фанатик. Вот, с него тоже, как вчера на это, на лане десятки гер, точечно сдиспелить надо хуйню с него, баф. Так, ну теперь вары. Вадикон. Короче, первая и третья группа, вы играете... Сука. Первая и третья группа, вы играете в звездочки. С этой стороны. Вадикон, ты на свое усмотрение и там играешь. Там, где трэш живой, ты там добиваешь, помогаешь. Вторая и четвертая группа, вы играете со стороны кружка ромбика, где этот... Где протопал Холидринг. Спирит ты на него напуливаешь. Топа ты напуливаешь. На Эвилашу напуливаешь. Так, ну по хилам понятно. Теперь по контролям. Вадикон, все квадраты твои. Зивандис, все треугольники твои. И Синтек, твоя луна. Вот это вы контролите людей. Сейчас поставлю рыбу. И молитва защиты от темной магии от приста снимайте. И присты, все три приста, в следующий раз бафать будете только на хп, бафните и дух. Вот эту от тьмы не бафайте. Бурябай, для тебя на второй фазе частицу на Холидринг, он будет бегать трэш танчить и хилишь рейд. Ну а шаманы, например, давай бидон на... И сейчас, в принципе, частицу на этого, на Холидринка дашь, Бурибай. Этот бидон, значит, на Войда щиток, а Хэлла на Эвилашу щиток, щит земли. Ну, остальные там, Эрдруды, все знаете, что делать. Так, все, проверка. Пулять будем по отсчету 5-секундному. Холидринг и взятый. И рарник. Бля, не, можно еще раз? Что мне надо сделать? Я просто полуха так слушал. Это пеха. Ой, песа. Вот прям конкретно. Все. Я на фокусе. Что мне надо сделать? В ромбике выходит фанатик. Знаешь, такие мобы есть. Есть фанатики, есть приверженцы. Есть. Вот. После того, как центрального приверженца убьешь, выбираешь этого фанатика, и с него надо будет снять заклинание. Магию с него снять надо будет. Все. Понял, да? С моба рассеять заклинание надо. Все понял точно. Да, чтобы он не хилился, а то дольше бить. Холидринг готов? Артем, у тебя правильные тринки? Взятый.
Спасибо, Костя. А чё? Ты вообще в ПВП? Ой, у Кости говорю, Лёха. А, в ПВП был. Сейчас вы, блядь. 4К ДПС, 4К ДПС. Все готовы, даю отчёт. Блядь, кулак по друидам дайте. Пока ту хотя бы не сниму. Трэш, готовимся. Бьём трэш. Контроль, готовимся. Убиваем. Дзивандис, Ресса Мистери. Трэш 2 секунды. Синтек топу Ресса. Всем привет. Здорово. Контроль, секунда. Бля, чё трэш живёт справа? Новый трэш. Контроль, секунда. Готовимся. Туда есть что-нибудь? Можно здесь туалетик овцу, а то я бегал по сути. Тут травы нет, блять. Трэш бьем. Контроль 5 секунд, готовимся. Малефициста там убивает, не убейте его. Трэш уходит. Контролем. Смотри, Зивандиса не убейте. Быстрее добейте Кособокова. Следующий трэш 5 секунд. Контроль, секунда. Контролем людей. Топу не убейте здесь, в толпе мобов. По леди вообще как будто никто не пьет. Так, до берсы, наверное, доведем, мана еще будет у леди. Вы думаете, стоять просто надо, да?
что расслабились. Да, какая-то хуйня. Ну это, стопайте дамаг. Вадикон единственный БР сдох, Холипал сдох. У леди 30%. И до берсы 4 минуты. Сходитесь в точку, в центре. Так может переведем, поиграем просто во второй фазе? Нахуя? Чтоб понимание было. Какое понимание, блять? Мне интересно, как вы играете. У вас ни босс не переводится, нихуя. Вы стоите возле трэша, ждете или что? Надо посмотреть на маг, что вы делаете. Вот топа, например. Фанатик, приверженец по 600. Фанатик 900. Приверженец 600. Ты леди не бьешь совсем. У Магнуса по приверженницу лям. По леди пол ляма. Акиса. Фанатик, приверженец. Назначь, короче, РДДшников в какую-то группу, которая будет чисто леди долбить. Мы так за Сибирью делали. Америки пускай ковыряют, ну, с какими-то РДДшниками, пускай ковыряют трэш, потому что у нас, если все свечуются, то трэш убирает сильно раньше, чем, ну, следующий трэш выходит. И миликам приходится бегать, а они это время тратят просто на то, чтобы бежать, типа, а не на то, чтобы урон наносить. Таким образом, дамаг рейда очень сильно теряется. Если часть людей будет делать что-то одно, а часть людей что-то другое, тогда дамаг и время рейда будет более равномерно распределено. Это слева, а справа вообще трэш, от трэша до трэша живет. Ну нет, справа было такое время одно, но там люди в контроль попадали неудачно. Как только люди там более-менее выровнялись по контролю ситуации, то и умирать начало. Да, там пару раз еще Кособокий доживал до следующего трэша, но это не критично. Допустим, РДД могут смотреть на стороны, да, налево, направо. Если видят, что до следующего трэша уже немножко времени осталось, а трэш еще живой и сильно живой, они могут свичнуть дамаг с леди по трэшу, чтобы, типа, помочь миликам, которые там работают. Таким образом, оно как-то выгоднее будет. Пускай милики просто живут рядом с кемпами, где трэш выходит, и не бегают туда-сюда, потому что на этих перебежках очень много времени и дамага, соответственно, теряется. Ладно, это все, конечно, весело и интересно, но расскажите мне, почему сейчас какое-то время настало, вы думаете, вы пришли на босса в Геру, и вы будете стоять на каком-то месте? Нихуя. Вы, даже на Лича придя в Геру, не будете там стоять, потому что это не обычка. Там надо двигаться постоянно. Что на первой, что на второй фазе, что на третьей, блядь, в комнате. Вы что, в комнату заходите, и у вас там все заебись, там духи падают, то надо от них отбегать. Вы пришли, в частности, думаете, на миликах вы будете стоять возле спавна трэша? А босса кто бить будет? РДД пусть бьют. Смотря какие милики. Любые если, милики? Если, что любые милики? Если я стою на коте с нулем энергии, какой смысл бежать к боссу? Мне нужно 10 ты, секунд, вот, чтобы энергию нарегенить. Ты мне расскажи, почему я, играя за Фурика, и бил трэш, и бил босса? Потому что ты еще не контролил людей. И что, у тебя прыжка нету до леди? Да леди есть, а обратно. Вот сделал прыжок, а до трэша добежал, как раз пока агроны берут танки. Ну я набил за вот эти все свистопляски 300 тысяч у леди. Но есть моменты, когда надо стоять, и ты ничего с этим не сделаешь, смотря какие милики. Энергия ограничивает людей. По крайней мере, котов. Просто на перебежках милики очень много времени теряют. Вообще, ну, ни за что не просто. Справа у нас бьет вообще один милик. Там Рога, который нихуя не может ауешить, и я на коте, который бегает контроль людей. Вот скажи мне, вот смотри, Малефицист, вот почему он дамажит в леди 2 ляма и по ляму в это, фанатик? Потому что он вар. Ну. Может, он нормально ауешит? Потому что машина. Как можно ауешить на коте? Там в лучшем случае 2 моба рядом стоят. Вот ты начинай бить леди с пула, а давай бурсты в нее. Выходит трэш. Все так делают, вроде. Через 3 секунды. Тебе 3 секунды добежать, ты добежишь и пару размахов даешь. И все. Я знаю, как играть, но просто не все могут нормально свечиться. Топа, ну а, я по списку пошел. Подождите, вот давайте, я по списку пошел, вы нихуя не делаете. Вот топа. Почему 7000? 7к ДПС. Я один стою, бью этих мобов, а остальные туда никто не бегает. Ты даже не видишь, ребят, по сторонам, я возле тебя один стою, бью. 5 секунд проходит, блядь, опять тот же трэш идет. С этой стороны никто не бьет. Ребят, не кричите.
И он что-то сидит заясняет, блядь. Ты по сторонам глянь, что вообще происходит, блядь. Короче, понятно. То, что мало дымага босса. Трэш он, и трэш сливается не так быстро. Трэш он всегда будет выходить. Ни трэш не сливается, ни босс не сливается, блядь. Слав, сделай, как я сказал. Давай попробуем. Давай попробуем, ну, как взятый сказал. Просто мы за Сибирью так убивали. Типа так очень логично, очень равномерно время распределяется. Место есть, Бейди? Топовых дамагеров поставь на Бейди. И остальные пускай ковыряют трэш. О, теперь больше. Топовых дамагеров это кого? Бонса и взятого оставить на боссе? Ну, те, кто плохо свечиваются, допустим. Локи нормально свечиваются, я могу свечиться. Поставь того же Ярика. Ярик ебать дамажит Димандос. Соло цель. Как бы кто? Шипе хуёво свечиваются. Шипе поставь туда, воткни. Того же там Магнуса, он, блядь, 1015-16 даст в него соло таргет. Вот, а остальные пускай сидят, свечиваются. Мутирога, я слышал, это вообще полный пиздец. Ну да. На мутике свечиться это крайне неэффективно. Пускай ну, они вообще не бегают. Давай тогда смотри. Вот леди бьют топа, спирит, Зивандис. Кто еще там? Кого ты еще говорил? Магнес. Два шипешника. Магнес Песа, да. Два шипешника. Можешь меня еще воткнуть? В принципе, остальных пускай, все остальные пускай просто на трэше сидят. Мы это вот. Щит заковыряем. Получается, это, сколько там, 4 лока, играйте, 5 локов уже. Играйте со стороны звезды. Там, а там сколько остается? 2 мага, сова, энх и рарник. А вы остальные ивары, играйте. Так, подожди, нет, наоборот, 4 лока играйте со стороны ромбика и кружка, 5 локов, а все остальные играйте со стороны звезды, там 4 моба будет. Рарник, вопрос, короче, есть. Лавара. Вот, там приверженцы, они на себя навешивают отражение заклинаний, эта хуета у них спадает как-то, я немножко не понял, она спадает физический от урон. Количества заклинаний, от физу их, 60 тысяч урона нанесешь или на гере больше? Там физуху надо. Короче, смотрите. Именно миликами, да. То есть да, нужно да, направо физу... поставить. Вот у тебя есть два фурика, да? Засунь малефициста направо, ностра засунь налево. Да, дальше. У тебя есть два ретрика. Или холидинг в танке, походу, да? Вот, у тебя есть рарник на ретрике. Засунь рарника туда, где больше проблем будет, там налево или направо. Вот смотри, вы в пятером локе. Вот тут моб выходит, один приверженец, где танчит холидринг. Вот вы его зергаете с треугольника в первую очередь. Потом остаются два фанатика. Потом вы их уже бьете дота, эти там мультидоты. В первую очередь вы этого зергаете. То есть нам локом слева. Если вы его быстрее 15 секунд убьете, он на себя щит не повешает. Мы убьем его. Вот. Просто видишь, в чем дело? Тебе нужно со стороны звезды поставить больше миликов, со стороны треугольника больше РДДшников. Вот в принципе, я про вообще... это и говорю. Вот 5 ага. локов играют со стороны треугольника. Еще раз, вот здесь выходит в треугольнике приверженец, который щит на себя вешает через 15 секунд. Вы его убиваете, потом добиваете 2 моба. В то же время и мультидотать босса можете. Остальные все сова, 2 мага, 2 вара и Акиса и Рарник. Вы играете в звезде, убиваете, уничтожаете мобов, чтобы они быстрее сдохли. Там их 4 будет. Акиса, друг друга не убить. Акиса, твой моб, этот, обязательно диспель, тебе доверяю, вот с этого моба, с центрального, со звезды, будет выходить фанатик. Через 15 секунд он на себя будет вешать вампирскую вот эту хуйню, он будет хпс, восстанавливает этот баф диспель. Вот. Ну а все остальные, там, кого назвали, 2 роги, кот, 2 шп, вроде все, да? Вы сидите на боссе. Не, на коте выбегает, все равно контроль, теперь кто-то другой будет контроль. Я из-под босса не дотянусь ни до кого. Ну, в мили-зоне всего... контроль, кто будет? Всего 20 метров. Давай посмотрим, может так будет лучше, быстрее переводиться.
Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контроль 5 секунд. Контроль секунду, готовимся. Все, пока трэша следующего нет, убейте босса. Вадикон ресельный стресса. Малефицист 23 тысячи по на стрессу. Почему? Ладно, после трая. Трэш бьем. Контроль 3 секунды, готовимся. С кулаку приставав там по вару. Кулак. Трэш 2 секунды. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас как-то получше даже переводить стал. Ну, не расслабляйтесь. Контроль 2 секунды. Готовимся людей не убить. Трэш 3 секунды. Трэш. Вставалку юзай, Акис. Фулбаф по шаману. Воскресшего заебашьте справа. Везде. Там физуроном снимите ему щит. Быстрее, быстрее, помогите, кто-то с РДД в моб стоит. Новый трэш выходит. Что там по боссу, когда стоп ДД? Это не надо. Стопай. А, контроль, контроль. Добивайте этот трэш и переводите босса. Первые на пул и на войд, да? После контроля переводите босса. Как освободитесь сразу на войд, один раз на пул дадите. 200 тысяч переведите босса и трэш добейте. Трэш под боссом добейте. Я 5 секунд буду стоять, если он здесь палится. Блять, вышел. Все, поехали. Это новый уж. Трэш, помогите хулидринку, духи полетели. Че, мы ложимся? Ну да, сейчас давай люди посмотрят, как духи летают. Спирец. У всех видно духов. Почему? У всех хорошо духов видно. У меня они, кстати говоря, зелеными не стали. Спирец. Так же у меня тоже. Надо не трэшу не превращаться, давайте. Все, будет нормально. Там что-то говорят, что отменили этот патч.
Может быть, что-то пофиксили. Не, отменили, все нормально. Почему их видно? Они фиолетовые стали, они же были вообще синие. Фиолетовые, да, здоровые. И это свечение есть, когда они появляются? Да не, какие были. Не, это по-старому. Не, это старые духи. Но они здоровые. А с патчем они будут зеленые такие здоровые. А у меня синие, фиолетовые здоровые. Не как маленькие в обычке. Ой, в обычке. Без патча. Сейчас на второй фазе, короче, надо, чтобы то же самое происходило. То есть вот назначенные люди, которые бьют, они продолжают бить босса, а все остальные все еще на трэше сидят. Если этого будет многовато, то мы некоторых людей пересадим чисто на босса. Вот. Сейчас проблема была, на звезде, короче, трэш, ну, не успевали сливать. Сохранили ситуацию, когда все три шамана упадут в контроль, и все в этом контроле нашумят Геру. Трэш ресец. Помощник, это подходим, помощник. Блядь, нахуй, в рассыпную. Блядь. Аллах Акбар, еще один. Два помощника в рейде, парни, нам пизда. Убежит в РДД, хорошо, хорошо, сейчас страйк. Мы вчера к этому времени подошли туда. Пизда. Бах, нахуй. Сейчас остальное зарезается. Кек. Я смотрю, подбежал такой. Короче, это... Да там справа, знаешь, вот 5 локов, если один раз кастанут 7 порчи, я думаю, они не потеряют 5000 ДПС каждый в правую сторону. Это много, это очень избыточно. Это ж надо перебежать будет. Ты хочешь сказать избыточно? Ты хочешь сказать избыточно, он взорвется, что ли, или что? Нет, кастануть-то это недолго, это ж надо добежать на рейндж каста. А это все время добежал туда, кастанул, побежал обратно. Так, вы где стоите? И рейнджа сколько там? 30? Рейнджа 30. Стоим мы на уровне вот этих вот темненьких, короче, пятен. Ну, так оттуда как раз достаешь. Да, я оттуда не достаю по правой стороне. Ну вот этот ковер. Я на маге на ковре стою, я и по леди стреляю, и по трэш стреляю. Ну да. И налево, и направо, да? Короче, 5 локов. Это не на то. Вот тут вот стойте на этом ковре, на черном. Сейчас еще будет появляться трэш. Я, короче, посмотрел, мы с запасом слева справляемся. Я это тоже буду по боссу чисто играть. ДПС реализовывать. Умножник. Еще побыстрее будем переводить. В принципе, вот справляются. Если справа будут проблемы, тогда я буду справа помогать. Мистер, я слышал? Сидишь чисто налево. Ну я и как? Сейчас получалось, что и успевал и лево, и босса. Ну вот, да, у меня то же самое было. А нужно, чтобы не успевал босса. Да, то есть идеально забалансировано, это когда вот люди, которые на сторонах назначены, они вообще босса не бьют. Потому что у них нет времени. Они только добили трэш, у них уже появился новый. Вот тогда это идеально. А если мы быстро трэш убиваем? Ну, это значит, что слишком много у нас дамага. Я именно поэтому снимаюсь с левой стороны, вас оставляю в меньшем количестве, тогда вы будете ровно успевать. То есть у вас не будет времени бить леди. Потому что любой свич, он вреден. Ну, у вас нормально там, короче, да? Вот вы когда били сейчас этого приверженца. Слева мы кайфовали, да. Слева мы кайфовали. Справа, если милики просто уходят в контроль, там, ну, типа, сделать ничего не могу. Да, справа, если что, я сейчас помогу. Как бы милики в приоре... Ну, все, понятно, в приоре приверженца бьют. Просто если, допустим, РДД вы видите, что, блядь, приверженец под щитом, под синим, блядь, щит сидит, рядом фанатик стоит живой, ну, блядь, поиграйте по фанатику, подождите, пока милики поработают по приверженцу. Вот. Сейчас справа, если проблемы будут, я буду свичиться с леди. Вот, а слева... А с переводкой тоже надо еще всех добить и потом перевести уже. Ну, это желательно. И вот, да, на второй фазе, вот те люди, которые били леди, они же ее и бьют, а все остальные играют только по трэшу. Смотря за духами, там вот это вот и так далее. И так мы спокойно ее запинаем, нахуй, тряпками с санами. Там по 3 моба будет выходить. Да, значит, надо гораздо меньше людей оставить на это дело. Ну, на это дело можно оставить вон этих. О, поешь. Колечко. Не зря сходили. Только главное, всё, чтобы не там... На это дело оставь. Вот у тебя есть 2 вара однозначно. У тебя есть эрпал однозначно. А кто еще?
блять, не вижу. Короче, кого-нибудь еще там, двоих людей поставь, и это будет более чем. Вот. А если их возьмет контроль, надо чуть-чуть изменить. Ну тогда мы поможем. Да, другие свечиваются просто. Тогда всем. Пусть там нам скажут. Да, да. То есть вот назначь любых не ШП, не кота, не рогу на то, что они будут на второй фазе чисто трэш бить. Просто бегать за этим ебаным трэшем и пиздить его. Ой-ой-ой. Все у нас получится, я думаю. Сейчас вот мы вообще, типа, до второй фазы идеально дожили. Потом словили каст и сдохли все нахуй. Дух взорвался. Там дух бывает, а нет. Там дух просто взорвался. А там просто дух, походу. Ну да, я это имею в виду. Там прям очень. Там дух плюс касты. Е-е. У тебя нету хела этого, батча на духе? А, как бы он стоит, но не работает. Да я а так их, в принципе, вижу. Хела ты что ли взорвал? Ну я сейчас другой поставил, который, вот люди говорят, просто увеличивает их размер. А тот, который зеленый, что-то то ли не сработал мне тут. Сейчас проверю на этом драйве. Ну, у меня у самого, кстати, он не работает, что интересно. Это вы галочки не так наставили там. Да, галочки неправильно. Ебать, плю, можно же души собирать. Души спиздил. А вот мое, ничего не знаю. Как бонсая кикнуть с рейда? Ничего не знаю, мое. Сука. Ставлю рыбу. Нет доступных целей. Я ливаю нахуй гильдии. Давай. А что здесь получается? Тебе типа только души. Один может? Да, РДД да. Души для одного. Души тоже по ИПГП системе просто. Звучит пиздато. Одна душа, одна ГП. Да, найс. А осколки когда будут по ГП? Осколки, блядь, там вообще нахуй за жопу. А что, еще не по ГП, осколки что ли? Да нет, это шутки. Нет, за ШМ начисляли, я помню. Ну, кстати, осколки вроде продают по 5к. Это прям, ну, типа, дешево, мне кажется, нет? 5к это очень дешево. Уже, да. Я не знаю, да. Это уже хорошо. Осколки раньше от 10 начинались. Да, я видел, мне вообще предлагали за 50к за штуку. Я такой, ебать. Вы там все забафали? Пожалуй, не надо. Так, ладно. Кулак коту дай. Чему опять бафают? Ну, мне нету. Почему с 5 крота? Везде бафы в рейде. Хулидринг. Дайте три, готов? Дайте три бафа нормальных. Сейчас перезайду. Что вы вон, рарник, кулак, хулидринг, каску, буребай, пускай эти кресты дает. Все кайф будет. Прота не надо, ДЦ есть, Ярик правильно говорит. Костя, опять косвебишь? Я сейчас, блядь, заметку исправлю, вагон напишу. А Костя это кто? Это хулидринг. Хулидринг? Так он релогается. Да не, это там хроническая проблема с бафами. Я думал, это у всех паладинов. Это бесконечная война, она не кончается в принципе никогда. Мистери, если слева будет тяжело, скажешь, я вернусь на левую сторону. Хорошо. Как на Уфе было, один раз дал баф всему рейду. И забыл нахуй. Ладно, что, надо идти бить. Ну да. Давай по ССам это принимайте там синтек, холидринг остался. Давай, короче, раскидаем. Притон всегда по синтеку кидай. Олдкарга всегда по Вадикону. Взятый всегда по Зевандису. Так, остается имя имен. Имя имен закидывай на Геншина всегда. А мистери. Кого засейвить у нас? Милик. Давай на малифициста будешь кидать. Если его кто-то разъебет в контроле, если не успеет законтролить, чтобы встал. Так, Хулидрин, ты готов был, нет? Да. Все, даю отчет. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контроль 5 секунд, готовимся. Ты не в сил противиться моей
Влад, где, почему глыбу не сдал? Что, как я должен ее сдать? Ладно. Охуй. Ну, типа обычно же все сдают. Трэш, давайте потом попиздим. Играйте трэш. Контроль 5 секунд, готовимся. Там еще один приверженец, ё-моё. Акиса, хилится фанатик. Контрольте. Помогите РДД сзади моба. Щит с нему сняли вроде. Пару доток киньте на него. Спасибо. До трэша 5 секунд. Трэш. Контроль секунда. Шамана не убейте. Кособокова, ебаните пару доток. Все, до трэша 7 секунд. Бьем пока. Там, если еще стопнем после этого трэша, еще перед следующим. Трэш помогаем. Контроль 2 секунды. Контролем людей. У Хэлла нету героизма. Ничего страшного. Снимите проклятие с фара, пожалуйста. Так это способностью валяешь. Маги проклятия снимаем, синтек снимаем. Слева, короче. Вадикон миссери ресы. Готовимся стопать. Трэш через 5 секунд. Два ляма на боссе. На ляме стопаем. Все, стопайте доты до полтора ляма доведут. До ляма. Стопайте трэш. Как секунд 10 трэш побьем, можете дотать снова босса. Переводить будем. Контроль. Дотайте уже босса, контроль, секунда. Сейчас законтрольте людей. И после контроля уже. Все, фул ДПС по боссу можете давать, этих мобов доты доедят. Фул ДПС. Можно переводить. Фул ДПС по боссу, первый на пул на войда. 500 тысяч давайте быстрее. До трэша 10 секунд. Так. Трэш справа. Да. Синтек рез из Ивандиса. У него камень. Нет, он сразу же лужу ебал, кто перестал. Духи побежали. Шамана дайте Геру. Зивандиса фул баф. Контроль. Побежали от духов. Радость вот. Убьет. Зивандис рез и ПС. Духи побежали. Мелизоне похуй, да? Вот вы, если будете хуй ложить на духов, мы никогда не убьем. Следующий на пулы на Эвилашу. Побежали духи. Вы не просто вокруг босса прыгаете, как бичи, вы смотрите, в вас духи тоже летят. И в танка, и в вас. Духи появились, побежали. Контроль даем. Духи побежали. Следующий на пул на войда даем. Уже когда откатится. Мистер с трэшем, помогай. Духи побежали. Мистер чисто на трэше. Духи побежали. И мемён скинь агро. Ух ты, кто. Вы видите их или нет, духов этих? Они зеленые, бегают, здоровые. Но у меня что-то не зеленые.
Костя, скажи, что у тебя файлы, какие галочки? Скажу после пула, что вам надо сделать. Давайте уже ложиться, уже это можно падать. Вот зеленые духи, да, вчера патч, который скинул. Зайдите, да? Скачайте еще раз файл. Была сегодня обнова, он просто удалил этот файл. Нет, я вчера, ну, я просто не обновлял сегодня клиент, условно говоря, и, типа, блядь, бегают прям зеленые духи, вот, блядь, чтобы их не увидеть, это надо быть прям просто, блядь, я не знаю, нахуй, у тебя 5 линз должно стоять, чтобы их просто не заметить, этих духов. А куда их кидали? То есть они просто зеленая текстура, то есть там даже непрозрачная, нихуя. С игрой, да, тару-ру. Ой, у вас будет место? Да, заходи, заходи, сиди, этот... Скидывайте еще раз этот файл, который зеленый. Не вижу, он где. Он висит в гостиной. Вот это, который Артем взятый, да? Да, да, да. Так, сейчас. Ёбаный в рот, блядь. Все, рыбит. На трешек. Вот как только у всех зеленые эти духи будут, они будут их видеть. Может быть, тогда они хлопнут. И то будет хлопать еще. Но сейчас, если не ошибаюсь... Сейчас, да, сейчас духов повзрывали. Сейчас, на самом топа деле, могли если бы духов не половили. Топа, Зивандис, имя, имен. Вот вы видите духов? Да, я взорвал духов в самом конце, когда ты сказал ложиться. Да, Зивандос не мог вообще... человека всего. Зивандис не косячит вообще никак. Топа, да. Топа, блядь, имя, самый имя. Прямой человек в Вове. Я тоже в самом конце только словил. Да, вот именно тоже в конце, когда ложились. Это, попробуйте поставить настройки на минималку, там, свечение выключить духов, не знаю, я вот их спокойно вижу без никаких патчей. Они, ну, ростом с меня плюс-минус, и цвет, ну, отчетливо синий. Ложитесь по-другому, короче, просто. Икс вам патч, да? Да. У меня локации нету, я духов вижу хорошо. Не, он тоже удалился. В этом же. В гостинке лежит. Ешьте рыбу. Давайте. Сам Сирус их здоровым не сделал, кажется. Ставьте, короче, контроль. Мистер, алло. Да, захожу. Чё? Хочу проверить эту технологию. Шел, что ли? Так, наша проблема сейчас на переходке, умирали? На второй фазе, не цеплять хотя бы в начале, нахуй, духов. Ни в начале, ни в конце, ни в середине нельзя цеплять. Весь бой. Такие интересные, ну, блядь. Хотя бы. Там было, короче, до Берса 4 минуты было. Еще успеем, главное, на переходке, блядь, нормально. У меня вещь, блядь. Че, все включили патч, эту всю хуйню? Кстати, еще хотел сказать еще одно слово. Там, короче, когда в контроль кидает, там иногда почему-то бафы слетают, которые вы бафали. Вот я, меня в контроль меня кидало, и после этого каждый раз лапа спадала. Ну, это ДБМ ваш ебаный скидывает, что вы ноете? Ну, ДБМ такой у вас, да. Блядь. Он вам снимает его эту лапу. Его рейда. Чебуть, какой молодец. Это он вообще здорово делает. Лапку. Всего рейда, потому что ты становишься противником. Ну, я и говорю, что если бафера, короче... кинул в контроль, ты ему потом, наверное, будет опять баф кинуть, но он пусть посмотрит на себе, потому что я вот 3 раза за рейд уже лапу обновлял, потому что мне дважды... Ты хоть 100 раз обнови, лучше да. Давайте от духов от всех от 100 отбежим, блядь, а не вот этой лапой я заниматься. Вот, да. Нет, я про себя говорю, ну вот я, это просто вот... Так она нахуя тебе эта хуйня, не смотри на это, просто делай мы контроль. Мы очень все. Много разговариваем. Ой, Магнус, да ка нахуй вы сидите, афкашите и пиздите всю эту хуйню про лапу. Защиту от темной снимите. Магнес, ты тут? На мне нет защиты от темной. Ну, у многих есть, я смотрю, блядь. Вот снимите престовскую защиту. Все, он тут, даю отчет. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Контролем людей. Ну, естественно, сейчас убью.
Трэш. Контрольте людей. Ну, стресс бегает в мире. Не успеваете? Слева, да. Притирку очень. Трэш. Это очень хорошо. Помогите приверженца, ебан, пару доток ебаните. Контролем. Восстань и обрети истинную форму. Еще два трэша будем переводить. Фанатика. Фанатик слева. Трэш бьем. Синтек 2 на Скаре с Изивандис Малефициста. Помогите одного моба добить. Тут физуха, щит с него сбейте. Фулл баф по людям. РДД, помогите два моба. Сейчас щит с него сбейте, милики, вот с этого пидора. Все, РДД, помогите. После этого трэша переводим босса. Все, сейчас фулл по трэшу. На приверженность снимите. Все, законтрольте людей и по боссу фулл ДПС. Остатки трэша добейте. Воскрешенный, бейте. Фанатика, фанатика под боссом добейте. На всех моблах плащи. Духи. Ну да, зеленые, блядь, как рыбы какие-то летают. Ну, блядь, сбейте щит, что ли, а? Ну сколько можно... Герман, щиты на всех висят. Вилаша, давай Т4, контрольте людей. Геру, не Геру? Ну, конечно, Геру. Там дали уже. Типа, меня леди убила в контроле ледяной стрелой, блядь, как это работает? Да, забей. Вадикон, резай малефициста. Не надо носить вот эту всю залупу, люди сами видят, что трэш. РДД, Локи, помогайте дотать трэш. От зеленой этой хуйни отбегайте. Синтек полежать, Лёк. Убью кого-нибудь. Все, следующие напылы на войду даем. Спала эта хуйня с меня. Малефицист, чаржнись в этого, в Песа. А ну стресс, вмешательство в Магнес. На нахуй. Ну все, ложитесь. Так, это я взорвал. Рарник и Наша, и я взорвали. Вы осознали бессмысленность своих действий? Ну, выебывай ГП.
тьму. У меня под контролем. Сейчас еще 5 траев, разъебем ее. Нахуй. Ну вот еще даже лучше стало, согласны? Да нет, хорошо. Да лучше, но у нас проблема в том, что на второй фазе уже нет БРов, наверное, да? Ну да. И люди начинают падать. Типа на первой фазе вообще никто не должен умирать. Каким-то образом падают. Ну сейчас Малефициста просто отпиздили, нахуй. Да, я пытался ему овцу дать, чтобы захилить, но... Ну, типа, там доты как будто на нем откуда-то, блядь. Будто специальные его доты. Совы, сдавайте свои звездопады до контроля, чтобы, блядь, не прибивать нахуй наших ДДшников. Если милик подыхает, это пиздец какая проблема. Синтек, давай в сову. Потому что потом перестали плащи сбиваться. РДД не могут бить мобов. Все на всем связано. Сюда бегите быстрее, не лежите. Малик, у меня еще 2 часа мута в игре. Ну, поздравляю. Не, но все равно уже лучше. Слышишь, Синтек? Какой лучше рано спулили? В сове будешь чилить. Так, Вадикон квадрат, и ты треугольники, Зивандис луну. Мне типа в дерево или выбегай начинать? Да я вот думаю, нет, ты босса же даешь, ты же босса бьешь, вот 4 ляма. Ну, да, но видишь, я сейчас очень мало выбегаю, чтобы контролить на первой фазе. Ну вот, вот когда ты не контролишь, тогда люди умирают. Ну я просто не успеваю, 20 метров контроль всего. Ну тогда давай ты в дерево. Тогда будешь всех контролить. Либо контролить, либо бить. Все, которые луна, контролишь. Может так люди на первой фазе перестанут умирать. А Синтек в сове у тебя меткость нормальная будет. Так, у меня теперь луну контроль, да? Сегодня. Да, луна. Вадикон квадрат и Синтек треугольники. Ешьте рыбу, Магнес, подходи сюда. Так, там Хистория хочет подамажить, да? Если что, какой-то милик. Да, могу. Я или... сижу на замене. Или спирит, или топа, или на стресс. Кто-то с вас. Остальных кто первый слакает? Спирит, ты пойдешь, да? Давай, Хистория вместо спирита. Свежая сила. Ебаните шкаф, сумнем его. Свежая сила сейчас, блядь, упадет. Ебаните портал спириту, чтобы он портанулся. Да я уже камень нажал. Я ставлю. Скажешь, как придет суман. Ты на боссе Хистория сидишь с топой. С котом. Блядь, друг на друга нападет. Уже без кота, точнее. 2 шипешника, 2 роги на боссе. И я еще. На замену есть там слот? Да, ровист. Сейчас пару траев дадим, там посмотрим. Ну, в смысле, на замене ты на замене. Это. А в рейд сейчас может пригодишься еще контроль дополнительно давать. Дайте фулл рыба в пороге. На интеллект. Будешь умнее. Интеллект книжки дает. Так, он еще кот у нас есть, если что, вдруг их рипа кидает. Топа. Ты делаешь себе? Топа, ты готов? Секунду, сейчас этого забью, Хисторию. А, спулили. Что за хуйня, парня? Давайте бьем. Спулили. Все, это, бьем босса. Трэш вышел. Спулили, значит, бейте. Да, бля, это я спулил. Полтос, да, какой мне бьет. Все, бейте. Контролем. Сука, надо было релогнуться. ДБМ не работает. А, все. Сколько? Короче, сейчас контроль получше. Там 3 друида 100% на контроле. Так что смотрите, на вас вся надежда, друиды. Трэш вышел. Там притянуть надо. Там Леваша притягивает.
Помогите пару семь еще. Не дайте переродиться. Через фанатика хотя бы. Контролем людей. Все, бьем босса спокойно. На стрессах, блять. Ебаный вопрос. Пасса, отпиздил. У меня лоб завис. У кого завис? У Хэлла. Давайте пьем трэш, побьем еще немножко. Интересно. Да, блядь, 10 раз подряд это какой-то, ну, пиздец. Не озвучивайте залупу никакую. Yeah. Которая не касается там БР, Вайп, Гера и так далее. Так. История. Бидон встал. БР подождем, короче, еще трайм. Хэлла, ты так это вылетел, да? Или ты играешь? Лёха. Контролем, походу, висит. Зивандис, дашь по настрессу, а Синтек по истории дашь. БР. Давайте. Прохильте. Бейте босса там до ляма. Еще трэш следующий. И переводить будем. Синтек историю. Сразу фулбаф по нему. Убейте босса еще секунд 5. Все, фул по трэшу. Два ляма. И по боссу мультидот эти тоже, чтобы он переводился. Два ляма этих. Контролем. Синтека зафиляйте, там в овцу превратите. Все, по боссу фул ДПС, тут трэш добьют. РДД фанатика этого накидайте, пока он в околах. На пул на Войда. Духи первые появились, побежали. Следующий на пул. На приверженце в плащ. Пожалуйста. Следующий на Вилашу давайте. Духи побежали. Веса. Бидон. Ложитесь. Да я не понимаю, почему у меня духи не меняются. Ну, я делаю все, как ты говорил, но у меня не меняются. Ты, короче, смотри, закинул файл туда, куда тебе сказали, и зайди не через лаунчер, а просто в игру зайди. Через RAM, вроде бы? Да-да-да, вот так. Только ты сейчас еще раз закинь файл, выйди полностью с игры и зайди через вот этот RAM. И, короче, ну, они будут видно зеленые такие. Ну, чтоб на них взрываться, это вообще не знаю. Пэсы, ну, потому что у меня просто все просто белые, я не вижу их. Я просто их не увижу. Акиса, Пэса, Бидон, Бурибай. На этом трое, 4 человека. Не видите, да? У вас нету этой хуйни патча. Бурибай видел. Пэса, ты видел? Духа? Видел, поза побежал. Он, блядь, за спиной, сука, был. Духи появляются. Духи появляются каждые 10 секунд. Они одну секунду стоят и потом идут за вами. 9 секунд. Void же МИГП. У нас идеальный сетап для того, чтобы все сделать. У нас, если люди не будут умирать, мы этого босса сметем нахуй. У нас проблема лишь одна. То, что люди не видят духов. Потому что они смотрят. Отдалите камеру, блядь, чтобы вы сзади видели нахуй 4 метра минимум.
У меня персонаж, блядь, посредине экрана находится. Я вокруг вижу, блядь, 360 градусов, я не знаю. Вообще тут местность позволяет на максимум камеру отдалить. Да-да-да, въебывал 50 РГП, блядь. Кого я там мы называл? Мы достаточно повайпались. Бурибая, Киса, Песа и четвертый кто? Не, ну подожди, там за предыдущий тоже там въебать всех. Ну вот с этого трая-то, да, пусть дают. Не надо сейчас сдавать никому, а с этого уже пусть начинают. Ну давай, да, давай так, так честно. Если решили. И еще одна просьба от сова, я не знаю там которая, вот, ну, которая бьет вот это, ну где треугольник, печенька. Пожалуйста, вот со старту не вливайся в фанатика, ну вот эту в юбку, потому что она бегит на тебя, и она потом где-то вот тут тормозится, вот где мистер Элен бегает, вот она вот тут тормозится. А он, трэш, держит вот тут. Просто если будем бить их все вместе, то трэш тоже будет заливаться по чуть-чуть, а уе. Не, мистер, хуйня. Да тут же локков до хера. У вас сот этот урон очень высокий. Тут похеру. Если вы все не, будете... Не, я понимаю, но все равно, вот если мы три лока обливаемся... Не, просто... И...